Иришка, вот на, выпей чай с мятой. Тебе должно быть полегче. Мята успокаивает. Спасибо, но мне уже намного лучше. Только чуточку страшно. Это все из-за этого доктора с черной меткой? Да, но не только. Я увидела, что ты положила в коробку. Да, ты права. В этой коробочке была спрятана ручка. Ты угадала. Но это не все. Я увидела этого мужчину, этот знак, и то, что я рисую этот знак, я все это увидела. Я не знаю, как это объяснить. Ну, что я могу сказать? Поздравляю тебя. 100% у тебя дар, ясновидение. Это неплохо. Подожди, отвечу на звонок. Алло? Алло, вас плохо слышно? Да что? Алло? Алло, вас не слышно? Алло? Ирина? Ирина, что с тобой? Ирина? Ирина, что с тобой? У тебя опять видение? Успокойся, подожди, у тебя опять течет носом кровь. Я сейчас быстро схожу за салфеткой и вернусь. Так, где-то здесь у меня была салфетка. А, вот. Кто здесь? Настя, что случилось? Здесь кто-то есть? Кто это стучит? Настя, ответь! Ирина, не переживай, все нормально, я сейчас приду. Странно, никого, но я точно слышала, что кто-то стучал в окно. Не может быть. Снова этот знак. Нужно узнать, что он означает. Вот, держи салфетку, дай я тебе вытру. Вот, так гораздо лучше. Что там случилось? Я слышала какой-то шум. Это был он? Доктор, да? Это был он? Ты знаешь, на окне я увидела след
там, на кухне, в виде того знака, который ты вчера рисовала. Ну, треугольник и внутри глаз. У тебя есть какие-то догадки по поводу того, кто это мог бы сделать? Я не знаю, кто. Я так устала. Мне тяжело двигаться. Я не знаю, кто. Я не знаю, чего он хочет от меня. Слушай, у меня есть идея. Давай попробуем поискать что-нибудь про этот знак в интернете. Ну, на каких-нибудь сайтах, с каких-нибудь, как они называются, оккультические знаки. Ну, что-то наподобие. Ну, наберем просто глаз в треугольнике. А вдруг что-то есть? Да, я тоже как раз об этом подумала. Стоит взглянуть в интернете про этот знак. Давай попробуем. Всевидящее око или лучезарная дельта. Масонский символ, символизирующий великого архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков, изображается как глаз, вписанный в треугольник. Открытый глаз символизирует сокрытую истину, призывает к мудрости и обращает к совести. Он символизирует собой первопричину всего сущего, олицетворяет собой совершенное добро и победу над злом. Значит, человек, который является носителем этой метки, хороший и добрый, и он не хочет причинить мне зла? Да, или он просто доктор, который себе сделал такую татуировку, потому что он считает себя добром и спасает всех от зла. Может же быть такое. Не обязательно, что он какой-то сектант там, я не знаю. Да уж, а я думала, что он плохой. Ну вот, нам надо было сразу прочитать все это на сайте в интернете. Ну а сейчас я думаю, что тебе необходим свежий воздух, так что давай одевайся и пойдем на прогулку. Да, Настя, очень хочется на свежий воздух, и я не прочь прогуляться, мне гораздо лучше. Ириш, смотри, как на улице классно! Помнишь, как мы с тобой построили этот дом? Дом на дереве. Невероятно здорово. Здесь так классно. Знаешь, как-то непривычно ощущать себя какой-то не такой, как все. Успокойся. Все ты нормальное и обычное. Просто у тебя дар. Я не знаю, ты должна гордиться этим. Когда моя мама смотрела мне в глаза, она всегда говорила, что глаза обладают символом какого-то мистического или другого измерения. Она говорила, что глаза – это окна в душу. Ну-ка, дай-ка я загляну в твою душу через твои глаза. Ну перестань, я же не шучу. Может быть, на самом деле она знала, что у меня такой дар. Все возможно. Возможно, твоя мама сама была носителем этого дара. И когда она родила тебя, она
передала тебе этот дар. Я не понимаю, откуда ты все это знаешь? Откуда ты все это берешь? О, откуда я все это знаю? Ириш, я обожаю фильмы мистические про переселение душ, про вызовы духов, там, спиритические сеансы и прочее, прочее, прочее. Просто это так увлекательно, и эта загадка так манит меня, что мне интересно смотреть каждый раз, как люди могут общаться с духами, и существуют ли они на самом деле. И правда, Настя, только подумать, что где-то есть какой-то другой мир, в котором живут другие люди, другое измерение, вообще все другое. Это так необычно. Я не знаю, может, где-то и есть этот другой мир. Может быть, там даже есть другая я. Интересно было бы посмотреть. Наверное, нам нужно с тобой как-нибудь провести какой-нибудь спиритический сеанс. Я подгляжу в интернете что-нибудь интересное и подходящее. А вдруг у нас получится? Что с тобой? Ты опять что-то увидела? У тебя ведь... А! Да нет, ничего. Просто у меня было видение. Но как ты упадешь? Ладно, давай руку, не обижайся. Давай. Что ты смеешься? Давай руку. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях то, что вы хотите. Я вас очень люблю, всегда ваша королева мистики. Пока!